Что это? Письмо от Валтера. Я пойду к Валтеру. Он поможет мне узнать, что это была за тень в озере. Вот ты где! Эй, ты пришла! Я был уверен, что ты не придешь. Ты был прав. Я не хотела приходить сюда. После того, что сегодня произошло, я не могу тебе верить. Нам надо поговорить. Конечно, давай. Что это было сегодня? Что это за обращение? Очень ты говоришь. Ты так говоришь, будто мы ругались. Ты объяснишь мне свое поведение? Я никогда не думала, что ты можешь быть таким со мной. Это вообще-то было не так. А как? Ты не понимаешь. Я боялся, что потеряю тебя. Я была с Дафной, и мы были осторожны. Я знаю, но я же не имею дела с опасностями. Если кто-то и знает, на что они способны, то это я. Валтер, я не понимаю, о чем ты. Что я люблю? Вот, теперь знаешь, я тебя люблю. Ты так просто говоришь на эту тему? Поверь мне, что непросто. Мне понравилось с первого взгляда. Знаешь... Любовь — это непростая вещь. Это одно из самых лучших чувств в мире. Блум, пожалуйста, послушай. Знаешь, ты просто увлекся. Но когда увлечение пройдет, то ты поймешь, кто я для тебя. Но я не хочу девушку из легенды. Я хочу тебя. Пожалуйста, дай мне шанс доказать тебе это. Просто мне надо идти. Мне не надо было приходить сегодня сюда. Подожди, не уходи. Валтер, дай мне пройти.